Многие из вас наверняка недавно познакомились с деятельностью такого юмориста, как Андрей Скороход, хотя его творческий путь начался довольно-таки давно. Родился шоумен 24 июня 1988 года в небольшом городке под названием Старые Дороги, расположенный неподалеку от центра Беларуси, Минска. Как утверждали его родители, мальчик с детства привык, чтобы вокруг него обращали огромное количество детей внимания. Со временем это перекинулось и на взрослых. Что касается школы, поведение его было нестабильно, но зачастую родители вызывали к директору из-за его плохого поведения. Но в данном видео хотелось более детально поговорить о его личной жизни и кто на текущий момент является его супругой. Когда-то еще в далеком 2013 году его заподозрили в романе с великолепной актрисой Настасьей Самбурской. Но эти слухи не подтвердились. Молодые люди уверяли всех, что они снялись лишь в рекламе, что и стало поводом для поклонников. В 2018 году снова зашумели слухи о свадьбе артиста, но теперь эти слухи были исключительно настоящие. Его девушкой, в последующем и женой, стала симпатюлька по имени Евгения. Пара познакомилась на юмористическом фестивале «Голосящий Кивин», который проходил в Юрмале. Свадьба молодоженов также прошла в Минске. На сегодняшний день детей у пары нет. Наверняка это связано из-за плотного графика юмориста.